На днях в Екатеринбурге на улице проезжей рядом с озером Шортаж гаишники по ориентировке тормознули черный кроссовер Hyundai Creta, пилот которого своим лихачеством едва не разорил женщину, незнакомую ему югорчанку, которой в ХМАО прилетали через портал госуслуги уведомления о штрафах. Дама взбунтовалась и написала жалобу в Свердловское управление ГИБДД, утверждая, что она и в самом деле хозяйка кроссовера, того же цвета и с таким же госномером, что у екатеринбуржца-двойника. Но в те дни, когда камеры видеофиксации фиксировали нарушения, она не покидала пределов ХМАУ. Сотрудники ЦАФа, Центра автоматической фиксации нарушений, тщательно изучили видеозаписи с камер и, проследив маршруты кроссовера-двойника, вычислили, что чаще всего он светится на улице проезжей. Там его ДПСники и поджидали. 37-летний екатеринбуржец свое оправдание заявил о том, что свой кроссовер-клон. Не подозревая о существовании оригиналов ХМАУ, купил он по дешевке, отыскав продавца на одном из интернет-порталов. Клонированную Крету под арестом доставили на штрафстоянку, а с лихачом, бросившим тень на югорчанку, сейчас разбираются следователи. Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.